Привет всем подписчикам Legal Bets. Говорим про субботу, говорим про английский футбол, говорим про чемпионшип и говорим про борьбу за выживание в этой увлекательной лиге. Противостояние Бёртон Альбион и Бултона вызывает особенный интерес. Это две команды, которые еще не потеряли шансы на спасение, но при этом в случае поражения в очной встрече одна из команд, скорее всего, отправится в Лигу Ван. Поэтому ставка, которую я хотел бы вам предложить, к сожалению, той линии, которую я изучаю при организации прогнозов, к сожалению, не дается. Это, конечно, карточки. Поэтому я не могу вам предложить такой прогноз, но вы, друзья, грузите на карточки и грузите на большое количество карточек. Их будет действительно много. Но я думаю, что будет достаточно голов, потому что, опять же, борьба в чемпионшипе, даже если не хватает уровня исполнительского мастерства в группе атаки, это шашки на голо. Это побежали все вперед, искренний футбол, свободный. Зоны, дыры, разрывы между линиями и большое количество голов. Потому как недостаток мастерства компенсируется как раз-таки желанием. Желанием в том числе и в атаке. Поэтому я думаю, что голы будут, голов будет, возможно, много, но я думаю, что голов будет больше, чем 2. Поэтому классический тотал больше 2,5, который оценивается очень щедро. Мое предложение на этот матч. Итак, моя ставка тотал больше 2,5, но вы про карточки не забывайте.